Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня в видео я покажу, как соединять вот такие квадраты с веерочками ажурным способом. Вязание такого квадрата есть у меня на канале. Я прикреплю ссылку ниже под видео. А сейчас приступим. Начнем соединять квадраты с уголочка, обвязывая квадрат, затем соединяя второй квадрат. И так можно присоединить в полосу сколько нужно квадратов. В данном случае будем соединять два квадрата. Затем мы, обвязав квадрат по кругу, вернемся вот в это положение и будем присоединять уже второй ряд. Вот таким образом. Итак, приступим. Для начала сделаем петлю на крючке. Вводим в уголочек вот тут вот над столбиком без накида. Вот сюда. Соединяемся. Так как в этом месте у нас будут столбики с двумя накидами, нужно сейчас провязать 4 петли воздушных подъема. Вот таким образом. Вяжем 5 петель для того, чтобы нам связать арочку. Соединяемся. Раз, два, три. Над четвертым столбиком с накидом. Просто соединяемся столбиком без накида. Вот так. Далее вяжем 3 петли воздушных. Раз, два, три. И сюда вяжем столбик с одним накидом. Вот так. То есть в вершинках у нас здесь будут столбики без накида, а вот тут, где у нас углубление идет, будут столбики с одним накидом. Между ними 3 воздушных петли. Раз, два, три. Здесь у нас вершинка, поэтому раз, два, три, над четвертым столбиком вяжем просто столбик без накида. Снова 3 воздушные петли и вяжем столбик с одним накидом. Вот сюда, в серединку между веерочками. Далее вяжем 3 воздушные петли. И вершинку раз, два, три над четвертым столбиком с накидом вяжем столбик без накида. Вот так. Дошли мы до уголка. Здесь будем вязать немножко по-другому. Так как у нас на уголок потребуется больше петель, поэтому мы вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Далее вот тут вот между двумя веерочками в серединку вяжем столбик с двумя накидами. Снова 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И вот сюда. Раз, два, три. Над четвертым столбиком прикрепляемся столбиком без накида. Вот так. Далее вяжем вот как здесь вязали. Обвязываем вот до уголочка. Дальше вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И столбик с двумя накидами. Вот так. Вот что у нас получилось. Мы обвязали наш квадрат. Так, образовались вот такие уголочки. Теперь будем соединять второй квадрат. Для этого нам нужно приложить изнанкой к изнанке, чтобы совпадали, видно было, чтобы не путались. Теперь сюда же, в это место между веерочками, вяжем столбик с двумя накидами. Стараемся притянуть нитку, чтобы было плотненько. В
серединки, чтобы не было лишнего пространства. После того, как мы связали столбик с двумя накидами, далее мы провяжем сейчас 5 воздушных петель, присоединимся к этому, к вершинке нашего веерочка, и дальше будем вязать так же, как и этот квадрат, но присоединяя попутно вот к этим арочкам. Раз, два, три, четыре. Вот в 4 местах мы должны будем присоединиться. Так как у нас в арочках по 3 петли, поэтому одна петля будет вязаться с этим квадратом, вторая петля будет вязаться для соединения в арочку, и третья петля после арочки будет. Итак, приступим. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Присоединяемся в вершинку над 4 столбиком. Вяжем одну петлю на этом квадрате. Затем нам нужно присоединиться вот в эту арочку. Вложим вот так, чтобы она совпадала. Совпадали квадраты. Вот в эту арочку нужно присоединиться. Просто столбиком без накида присоединяемся. Вяжем одну воздушную петлю. Это у нас уже третья в нашей арочке. И вяжем столбик с одним накидом. Дальше. Одна воздушная петля арочки. Присоединяемся в следующую арку столбиком без накида. Вот так. Воздушная петля. И присоединяемся в вершинку нашего веерочка столбиком без накида. Вот так. Снова вяжем воздушную петлю. Присоединяемся в арочку следующую. Воздушная петля. И вяжем столбик с одним накидом вот сюда между веерочков нашего второго квадрата. Вот так. Снова воздушная петля. И соединяемся в арочку по порядку. Воздушная петля. И соединяемся раз, два, три над 4 столбиком вершинку. Вот так. Далее у нас мы подошли к уголку. Вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Соединяемся с нашим столбиком с двумя накидами. Вот сюда соединяемся в этот столбик. Просто соединительной петлей. Вот так. И вяжем столбик с двумя накидами. Раз, два. Вот сюда между веерочками. Вяжем поплотнее, чтобы у нас не было зазоров между петлями. Вот так. Далее вяжем раз, два, три, четыре, пять воздушных петель. И присоединяемся в вершинку нашего веерочка столбиком без накида. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Вот такое вязание у нас получается ажурное.
Дальше продолжаем вязать 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом между веерочками. 1, 2, 3 воздушных петли. Соединяемся в вершинку столбиком без накида. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом между веерочками. 1, 2, 3 воздушных петли. Соединяемся в вершинку веерочка. Вот так. Дошли до угла. Снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Столбик с двумя накидами между веерочков. Так, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Соединяемся в вершинку. Дальше 1, 2, 3. Столбик с одним накидом между нашими веерочками. Вот так. Сейчас провяжем, обвяжем вот эти квадраты вот до этого места. Здесь у нас уже угол, поэтому 4, 5 сделали, 5 воздушных петель. И вот у нас, здесь у нас уже связан столбик с двумя накидами, поэтому мы соединяемся в этот столбик, провязанный уже, соединительной петлей. Хорошо подтягиваем. Здесь у нас тоже связан столбик с двумя накидами, поэтому мы вяжем 5 воздушных петель. Хорошо подтягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. И вот она, наша вершинка 4-го столбика. Соединяемся соединительным. Соединяемся столбиком без накида. Снова 1, 2, 3 воздушных петли и вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Соединяемся в вершинку. Вот так у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5. Считаем 1, 2, 3. В четвертую петлю подъема соединяемся. Соединяемся в четвертую петлю подъема соединительной петлей. Вот так. Вот что у нас получается. Теперь будем присоединять квадраты внизу. Делаем столбик с двумя накидами вот в этот промежуток между двумя веерочками. Смотрите, чтобы у нас смотрели изнанка к изнанке, квадрат друг на друга, изнанки к изнанке. Вяжем столбик с двумя накидами. Хорошо протягиваем петли. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем вершинку, присоединяемся. И здесь точно так же, как вязали вот в этом месте, будем вязать квадрат и присоединяться к арочкам. Точно так же. Смотрим наши соединения. 1 арочка, 2 арочка, 3 и 4. 4 раза мы должны соединиться к арочкам. Вот таким образом. Так, дальше
Мы подошли вот сюда к серединке, вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяемся вот сюда в серединку. Просто соединительной петлей. И вяжем столбик с 2 накидами. Вот сюда между веерочками нашими. Столбик с 2 накидами стараемся подтянуть хорошо. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяемся вот сюда в вершинку. Вот так мы присоединили, получается уже третий квадрат. Сейчас мы довяжем так же, как в этом случае, до конца квадрат и будем присоединять уже четвертый квадрат. 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И столбик с 2 накидами. Сюда между веерочками. Вот так. Разворачиваем, прикладываем квадрат изнанка к изнанке. Так. И сюда между веерочками вяжем столбик с 2 накидами. Стараемся плотнее прижать петли. Вот так. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяемся к вершинке. Далее 1 воздушная петля. Разворачиваем вязание и теперь смотрим, куда нам присоединиться к нашей арочке. Находим ее. Вот сюда надо присоединиться. Соединились, воздушная петля, столбик с 1 накидом, воздушная петля, соединяемся в следующую арку, воздушная петля, соединяемся в вершинку. Воздушная петля. Соединяемся в арку. Воздушная петля. Вяжем столбик с 1 накидом. Воздушная петля. Соединяемся в эту арочку. Воздушная петля. И соединяемся с вершинкой. Вот так. Дошли до уголочка. Снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяемся вот сюда в серединку. Угу. Соединились и столбик с 2 накидами между нашими веерочками. Стараемся поплотнее здесь в серединке вязать петли. Вот после этого столбика лучше, конечно, вот еще провести одну соединительную петлю, чтобы выровнялось наше вязание. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда в вершинку соединяемся. Дальше вяжем, присоединяем вот этот квадрат к верхнему. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3. 4, 5. Соединяемся
со столбиком с двумя накидами сюда. Соединительной петлей соединились и вяжем столбик с двумя накидами между веерочками в уголок. Пять воздушных петель, раз, два, три, четыре, пять. Даже соединяемся с вершинкой веерочка. Теперь обвязываем квадраты, возвращаемся в эту точку. Вот такое соединение квадратов у нас получилось. Кому понравился этот способ соединения, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!